что-то. Повел, повел в камыши. Да, вот он. Карась. Оп. Опа, есть. О, чебачок. Вот такой вот чебак. Первый карасик на червяка с опарышем на бутерброд есть. Как-то он так только закинул, перепроверил удочку. Только забрасываю. И вот он схватил. Всем привет! Приехал сегодня на рыбалку. За карасем гоняюсь уже третью неделю, наверное. Один раз получилось 6 штук словить, и все. И потом езжу на рыбалку почти каждый день, ловится 2-3. На этом озере неделю назад ловил 3 карасика таких нормальных словил. Но тишина была полнейшая. Сейчас нерест идет, видать. Весь камыш шевелится. Вон, всплески. Видно на камеру, не видно. Озеро полностью кипит все. А здесь глубина маленькая, сантиметров 30, максимум 40. Вот думаю, здесь в камышах половить может. Здесь будет ловиться. Будем пробовать где-нибудь ловить карасика. Первая поклевочка под камышами на червячка. Да, повел, повел, по-моему. Ну, утопи немножко. Опа! Да, вот он. Ого! Какой огромный карась! Видали? Сковородочник. Даже поменьше немножко. Небольшой, но улов. Достанем садок. Первый карасик. Так, посадим его. Ну, уже рыбалочка состоялась. Так, под камышом здесь манку поставил, а там на червячка, ну, нерест идет, еще весь камыш шевелится. Зацепился крючок, червячок живенький, глубина вообще маленькая, вот туда под камыш, даже сейчас перезаброшу. О, вот так вот. Ловим. Пытаемся карася на жареху наловить. Крикаш. Почка на червячка под самым камышом. Ну-ну-ну-ну. Повел, повел, повел. Есть. Ого. Ого, вот это карась. Поменял место. Прикормил. Минут 15 прошло. Глубина буквально 20 сантиметров. Заглотил только. Вот такой вот карась. 20 сантиметров глубина. Сейчас вытащу крючок. Заглотил сильно. Место, глубина, вот она, сантиметров 20, не больше. Прикормил местечко, и под камышом такой карась взял. Уже третье место, наверное, сегодня. Там вот одного маленького словил, и все, и тишина. А здесь червячка поставил, и опарыш белый-красный. Вот только закинул, сразу поклевка была. Интересно. Может, здесь расклюется. Сейчас будем ждать. И опарыш что-то пляшет у нас. И на червя поплавок дергается. Вот
что-то опарыш, опарыш. Давай, давай уже. Танцует поплавок, а никак не берет. И червяк так сильно дергается. Наверное, сейчас будет поклевочка. Да, 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 что-то, 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 что-то. В камыш повел, есть. Ого, зацепился за камыш, а думал, карась там на полкило. А здесь... Карасик маленький, но приятно. Так, забрасываем. О, опачки, далеко. Да, за камыш, наверное, зацепился. Блин, сейчас перезабросим. Опачки, вот так вот. Ждем поклевочку. Опа, опарыш, блин, рано дернул, поторопился. Сбили, не сбили. Опа. Поклевка и на опарыш была, и на червя. На опарыш дернул, поторопился. Нет, он сразу поклевочка на опарыш. Поплавок дергается, здесь уже сидит. Опа. Маленький карасик, но клюет. Такой вот золотой какой-то карась. Так. Червячок еще поживет, пережеванный. Ну, поживет еще. О, опа, туда его. Нет, поближе к камышу надо. Опа, вот так вот. На опарыш дергается, дергается, но не берет. А на червячка ничего, так маленький карасик, но клюет. Очень приятно его тащить. Повел, повел, есть. Давно я таких малышей не ловил. Очень маленький карась сегодня, но клюет. Нашел местечко. Ну отдай же крючок. Ну вот такой вот карасик. Ну я их отпущу так, ради спортивного интереса. Попробую наловить количество, сколько будет их. Посчитаем потом. Так, червячка насадили. Отправляем под камыш. Опа. Так. Ждем поклевочку. Как спортсмены говорят, поклевка не заставит себя долго ждать. Так, что-то у нас, по-моему, опарыш кто-то сидит. Нет, тишина. А червяк повел. Опа! Оп! Зацепил. Еще один монстрила. Съел червяка полностью. Ох ты. Так. Ну вот это клев пошел. Жор, можно сказать. Жор карася. Так.
Вот такого червя насадил, огромного. Сейчас долго будет теребить. Глубина сбилась. Так. Опачки. Сейчас поклевочка не заставит себя долго ждать. Взял один карасик. О, отцепился. Ладно, еще одна поклевочка будет. На вот такую приманочку скажу, что это за приманка у меня. О, опс. Может, это чисто случайность была. Сейчас глянем. Так, червяк. Опа, есть. Иди сюда, малыш. Вот это я тебя дернул, как настоящего карася. Ну, вот такой вот карасик. Меленький. Но клюет. Так. Как с пулемета клюет. Упс. Так. Ну, проглотить не может. Червяк огромный. Ну. Дергает. Опа, есть. Выдергиваю из-под камыша. Получается, он под камыш заводит. Как дерну. Ну, этот вообще малыш. Ну, посчитаем потом, сколько я их надергаю сегодня. Один большой первый попался здесь, и все, остальные мелочь. Вот так вот. Опа. Так, на пары что-то взял, повел и успокоился. Ну, немножко проводил. Что-то как клев совсем уже перестал. Уже минут 20, наверное, сижу. Дергает, но не клюет. Так, а парик опять дернул. Но, во. Ну что это за поклевочки? Так, баловство. Парыша дергает по-тихому. Это сегодняшний монстр забагрился вообще. Он под взял, как, ну ты даешь. Вот такой карасик. Я 100 лет таких не ловил, наверное, карасей огроменных. Что было, сейчас одну удочку червем хотел перезабросить, он как бахнул на манку. О, это уже сковородочник. Такой небольшой сковородочник на маночку взял, манку прицепил и на маночку клюнул. Нормально, сейчас попробуем еще на маночку. Разбалывается. Баловался. Но кто быстрее, на манку клюнет или на червя? Тишина. Нет, дергает на червя.
Что-то туча стороной проходит, там дождь, наверное, идет. Ого, самолет как низко над лесом разворачивается. Так, на маночку очередной трофей. Вот такой вот карась на маночку взял. Ну, на болтушку. Болтушка, манка. Очередной трофей. Так. Сейчас новую намотаю маночку. И за очередным трофеем будем забрасывать. Клёва совсем нет. Перестала клевать. Даже эта мелочь. Время почти 12. Чем мы тут анчоусов сколько наловили? Один нормальный карась. Так, раз. Да, вот, не посчитать, сейчас успокоится. 6, 7, 8, 9 карасей. Один сковородочник, остальные маленькие. Сейчас я их отпущу. Ну куда их? Они совсем малыши. 9 в садке получается. И 3 сошло. Все, буду собираться, поплыву домой. Еще плывать весь лес. Так что, все, до следующих рыбалок. Всем удачи, всем пока. Так. Выпускаем наших анчоусов во свояси. Куда они? Один нормальный же на жареху. А остальные маленькие. Но одного смысла нет брать. Так что все анчоусы ушли домой. Как бы у меня кушать есть что дома. Мелочь такую не беру. Лучше отпущу их, пускай растут. Попозже словлю. Покрупнее. Все, собрал удочки. Начинаем отплывать. Сейчас весло еще надо прикрутить. Так. Весло прикрутил. Опа. А там вон голодающие сети проверяют. Сейчас глянем, кто такие. Так. Открываем краник. Открываем клапан. С первого раза. Вот это техника, я понимаю. Поплыли. Глянем голодающих. Соберу я, наверное, ее сейчас. Голодаю.